Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами рассмотрим просто нереальную халяву в PUBG Mobile. Но если быть точнее, ребят, мы с вами вместе будем разбираться в новых событиях, которые нам завезли разработчики, и повторюсь, там просто нереальная халява. Вы даже можете заполучить оттуда абсолютно бесплатно мифик. Поэтому, ребят, обязательно смотрим до конца. Также не забудьте влепить свой царский лайк этому видосу. Конечно же, подписаться, потому что только благодаря вашей подписке мы с вами сможем достигнуть те самые 333 333 подписчика до Нового года. Кстати, хочу сказать всем вам огромное спасибо, ребят, за поддержку. Нас уже 315 820 бойцов в наших тыквенных войсках. Поэтому всем говорю вам огромное спасибо за поддержку. Спасибо за лайки, за комментарии. Просто, ну, вы самые лучшие. Вы поддерживаете, я стараюсь для вас именно делать, конечно же, контент. Поэтому, в общем, всем желаю приятного просмотра. Ну и давайте разбираться, ребят, что же нам завезли, что за событие и как его выполнять. В общем, сегодня ночью, кстати, был короткий стримец, кто залетел, всем огромное спасибо. И этот стримец шел до 3 ночи, он был максимально короткий. И там нам во время стрима добавили новую вкладочку, целых две вкладочки. Нас интересует именно вот это, кибер-неделя. Здесь, во-первых, можно получить все вот эти вот костюмчики и мифический предмет. Вот вы видите их, да? Вот они в кейсике. И я вам далее расскажу, как их можно заполучить. Также есть еще вот такое вот событие, где можно приобрести себе по скидочке костюмчик, ВСС-ку, головной убор, ну, ВСС-ка, ВСС-ка, ну вот костюмчик можно приобрести себе всего лишь за 120 ЮЦ-шек. Ну и помимо этого, ребят, нас вскоре ожидает новое событие, где вы сможете получить 300 ЮЦ-шек. Ну, купончик скидочный, да, магазин будет какой-то. Дальше у нас будет тот самый улучшаемый скинчик на УЗИК, который мы с вами рассматривали. Это будет у нас 27 числа. 29 числа нам добавят то самое событие, где вы тратите 300 ЮЦ-шек, да, ну 400 ЮЦ-шек по-разному у нас бывало, 200 даже было и возвращали 300. Тратите, в общем-то, определенное количество ЮЦ-шек, получаете взамен постоянный скин и еще ЮЦ-шки обратно. И, кстати, вот это вот событие вам поможет именно участвовать именно вот в этом событии, ребят. Как ни крути, вот это вот длится до 30-го, а это начинается 29-го. Поэтому вы сможете свободно воспользоваться этим событием именно в этот момент. Идем дальше. Следующее событие у нас будет «Сокровище удачи». Там можно будет каким-то образом получить именно вот этот вот костюмчик. Неплохо, неплохо. Дальше, после этого у нас еще будут скидочки. Можно будет получать скидки по желанию. Это у нас, ну, я так понимаю, черная пятница, но чуть-чуть с опозданием. И плюс к этому будет еще одно событие, где можно будет получить также постоянный скинец. Ребят, очень много годноты, согласитесь. Здесь, в принципе, у нас есть правило. Здесь написано, что в этом событии, кибернеделя, вас ждут регулярные скидки и предложения. Выполняйте ежедневные миссии, получаете эксклюзивные купоны кибернедели, а также киберочки. Получите дополнительные киберочки при помощи ЮЦ. Если вы помните, у нас в прошлом году было именно вот такое вот событие, и там Азимов получал именно титул, если вы помните, да. И для этого нужно было тратить просто кучу денег. В принципе, здесь этот пункт присутствует. Посмотрите, 100 игроков, набравшие в ходе события больше всего киберочков, попадут в рейтинг кибернедели. По окончанию события игроки, оказавшиеся в сотке, получат эксклюзивный титул. И вот у Азимова на забаненном аккаунте был эксклюзивный титул кибернеделя 2020 года. Только у 100 человек такой был титул. В общем, давайте разбираться с событиями, которые доступны на данный момент, да? Первое событие, где можно получить мифик абсолютно бесплатно. И это не кликбейт, ребят, это реально так и есть. Здесь вам нужно... В принципе, правила достаточно простые, если нажать здесь, вы можете их прочитать. Вам нужно выполнять миссии, вот они, ежедневные миссии, это важно, ребят, ежедневные миссии. Вы получаете взамен киберочки, вот такие, я специально зашел перед этим и выполнил миссии, ну, чтобы показать вам, как их собирается, да. Вот у нас собрались уже 80 очков, и смотрите, мы уже забираем парашют отсюда, да. То есть, если вы каждый день будете заходить, и даже если не будете тратить ЮЦ-шки, да, то каждый день вы будете получать по 80 вот этих киберочков. И событие будет длиться у нас до 5 декабря. То есть, вы дойдете до вот этой головы, если не ошибаюсь. То есть, вы ее сможете забрать абсолютно бесплатно. И теперь, ребят, видите, данное событие будет доступно до 5 декабря. Вспоминаем, что я вам говорил. У нас будет вот это вот событие. Вот оно, вот это, которое будет до 5 декабря, да, с 29 числа по 5 декабря, где вы сможете за ЮЦ-шки
получить обратно те же самые ЮЦшки и скинец. То есть все, кто копят ЮЦшки, допустим, для каждого РП, они всегда участвуют в этой акции, потому что там вы ничего не теряете. И считайте сами, вы потратите 300 ЮЦшек, и вы получите взамен 300 очков. То есть вы, получается, сможете забрать как минимум 3 вот таких вот кейсика. И вам, почему нет, есть шанс именно, что вы сможете выбить себе мифик. Вот они, 2 мифика, ребят. Конечно же, головной убор нежелателен, да? Но вот именно вот это платье, если забрать, это было бы максимально идеально. И, конечно же, есть вторая сторона, а именно донатная сторона. Вы видите, у меня даже еще все заблокировано, я еще ничего не делал. Здесь вы можете получать ЮЦшки обратно, да? То есть, если вы потратили ЮЦшки, тогда вы получите взамен ЮЦшки. Если вы не потратите, у вас будет висеть вот этот вот замочек, да? И вы сможете только собирать вот то, что здесь внизу. Но, в принципе, как ни крути, здесь у вас есть вот такой вот ящик. Такое себе, да? Но, что самое главное, повторюсь, вы можете забрать головной убор. Это постоянно, ребят. И плюс к этому, если вы участвуете хотя бы в той акции, то есть без траты ни одной ЮЦшки, вы уже забираете вот этих 3 кейсика. И почему нет, может быть, именно вам повезет. Но если вы будете тратить ЮЦшки, как это буду делать я, тогда, конечно же, у вас шансы намного выше. Во-первых, давайте приобретем вот этот вот костюмчик. Покупаем за 480 ЮЦшек. Окей. И смотрите, мы сразу же уже продвинулись дальше, да? И у нас тут должно было, да? Вот, у нас уже тут разблокировалось, видите? И то есть, если мы будем с вами выполнять хотя бы вот эти ежедневные миссии, то мы с вами сможем забрать эти 480 ЮЦшек обратно. То есть, здесь тоже, в принципе, работает та же самая система, но здесь вам нужно иметь 480 ЮЦшек. Не у каждого они есть, да? А вот 300 ЮЦшек в основном, ну, большинство ребят есть, потому что они их тратят каждый раз на РП. Поэтому я именно отталкиваюсь именно от минималки, да, который у нас есть на данный момент. В общем, забираем временную голову и вот этот еще кейсик. Ну, это самое мелкое, что можно было отсюда забрать. Дальше, ребят, самое интересное. Потратьте ЮЦшки на розыгрыши в лотерее. Я для начала смотрел, где же их потратить, что тут потратить. Но, оказывается, вам нужно тратить эти ЮЦшки где вы хотите. То есть вы захотели, к примеру, рулеточку, где она у нас тут со скорелькой. К примеру, сейчас зайдем. Так, не туда зашел, сорян. Так, вы, к примеру, захотели вот эту вот рулеточку покрутить. Помните, мне не выпало отсюда, да, сам скар. Я забрал материалы, как вы мне советовали. И, к примеру, если мы откроем с вами десяточку, а давайте пропустим, чтобы не затягивать. Вот нам выпали определенные материалы, да, и так далее. Возвращаемся сюда, открываем вот эту вот вкладочку, где она у нас? Кибернеделя, вот. Заходим сюда, и здесь мы с вами видим, что мы уже продвинулись. Вы видите, да, мы уже забираем отсюда костюмчик. И тут должны быть у нас еще ЮЦшки, да. Вот мы забираем ЮЦшки, то есть киберочки. Все просто, мы получаем с вами киберочки. Вот здесь нажимаем «Перейти». И здесь я, если честно, вот не понимаю. Нажимаю за событие, и меня снова перекидывает сюда. Нажимаю сюда, трачу, но, в принципе, меня перекидывает обратно. То есть мы с вами получаем, грубо говоря, короче, киберочки, ребят, за то, что мы тратим эти ЮЦшки на разные рулетки. Не обязательно здесь их тратить. То есть если даже я куплю себе этот костюм, я так понимаю, мне тоже должны за него тоже вернуть именно очки. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, смотрите. Постоянная голова уже тут. И кейсик. Вот так-то, ребят. То есть мы с вами сейчас потратим, грубо говоря... еще и купончики вот эти выполняются. Неплохо. Давайте крутанем. Один разочек. Давай на сотку что-то. Я ни разу еще на сотку не выбивал. Спасибо. Окей. Так, то есть получается, ребят, мы с вами прямо сейчас... рандомно тратим вот эти вот ЮЦшки, которые у меня тут висят, да, и взамен мы с вами продвигаемся и собираем кейсы. Ну а в конце видоса мы с вами откроем все вот эти вот кейсики, которые у нас соберутся. Где они у нас тут? Вот, вот эти вот кейсики. Давайте один откроем. Посмотрим, что у нас тут. 4 фрагментика, я понял. В общем, сейчас соберем их больше, да, и посмотрим, что же нам все-таки упадет. Для начала предлагаю покрутить именно рулеточку. Может быть, почему нет, упадет именно тот самый скинчик на скар, потому что он мне так и не выпал. А может быть, какой-то материал дополнительный упадет. Это будет еще намного лучше. Рюкзаки. Монетки. Так, мне главное дойти до 250, поэтому давайте докрутим. Чтобы забрать монетки оттуда, да? Серьезно?
Вот. Неплохо. Я уже хотел забросить, потому что здесь, ну, вы видели, ничего не падает. Искар упал. Ну, неплохо. Очень даже годное событие, вам скажу, ребят. Еще и скарчик забрали. Еще и материал можно забрать. Неплохо. Иди сюда. Годно. Так. Хорош. Дальше, какие у нас еще есть ролетки? Так, давайте посмотрим на всякий случай. Все у нас тут заполняется. Так, да, смотрите, вот у нас есть кейски. 28 штучек. А, но тут ограничение, максимум 100, ребят, видите? Ага, я вас понял, окей. Так, идем дальше, пошли дальше тратить. Просто тратим яйцешки на то, что мы хотели до этого. Так, заходим сюда в магазин. Нет, заходим вот сюда, да? Так, мы премиум кейс открывали, нам ничего не упало годное. Классический кейс. Так, ящик припасов. Ну нет, нам это... Два ящика припасов, я вас понял. Классический. Нет, премиум. Ну давайте премиум попробуем открыть. Десяточку. Посмотрим, что нам упадет. Может быть мифик, потому что в прошлый раз из десятки... Во-первых, лодка не упала. А во-вторых, мифика тоже не было. Может быть упадет что-то годное. Так. Ага. 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 Ну все, мне уже хватит. Я больше не хочу открывать. Так, что же у нас еще есть тут? Отсюда, что можно отсюда приобрести себе что-то годное? Ну, в принципе, мне здесь ничего не нравится. Если честно. Здесь у нас есть же вторая сторона, да? Да. Да и тут мне тоже ничего не нравится. Нет, я это крутить не буду. Блин, если честно, наверное, пойдем крутить дальше скар. Потому что вдруг, если упадет еще один раз скар, то мне три материала накинут, правильно? Правильно. Давайте еще раз покрутим. Так. А может по одному пару штучек, ребят? Ну вы видели, мне за один упало. Просто так, быстренько. Ну понятно, что... Такое уже не повторится, да? Но все же. Нет, к сожалению, нет. Ну-ка, давайте десятку. Ну дай еще один скар, пожалуйста. Или монеток побольше. Так, ну мне нужно еще 25 монеток. Поэтому будем докручивать, пока соберем 150. Чтобы забрать еще один материал. И на этом мы отсюда можем уже уходить. Давайте одну хотя бы посмотрим с анимацией. Ну, в принципе, ребят, согласитесь, событие очень годное. И как и обещал, сейчас в конце мы с вами откроем все вот эти кейсики, которые там собрались. О, монеток насыпало. Все, мне хватит, ребят. Забираем еще один материал. А, тут 15 можно забрать. Че, я считал, что 6 только. Ага. Ну, давайте еще тогда откроем, что уж там. У нас еще есть 1500. Может упадет скар? Может упадет просто материал? Почему нет? Может просто материал? Пожалуйста. Так, ну неплохо. Монеток насыпало неплохо. 66 монеток. Еще два раза так? Ребят, ну не кидайте вы приглосы. Ну зачем вы это делаете? Так, еще два раза так. И в принципе можно забирать материал. Так, ну давайте с пропуском. Угу. 78. Ну и в принципе последняя десяточка. Давайте еще одну крутим. И на этом все. Не упал, к сожалению, материал. Но хотя еще до какого числа у нас данная рулетка? До 29-го. Еще буду крутить по одному. И я в принципе думаю еще на один материал я наскребу. Окей, ну что ж. Мы яйцешки потратили. Теперь что мы делаем? Мы с вами возвращаемся в ту самую кибернеделю. Где же она у нас тут? Вот она, кибернеделя. Заходим. И сколько у нас тут кейсов? А, нет, вот так. 92. Идеально. Забираем? Давайте забираем, ребят. И теперь пошли открывать кейсики. 92 кейса. Мне интересно, упадет оттуда мифик или нет. Так, ну давайте сначала вот эти два откроем, да? Фрагментики, я понял. Так, 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 так. В прошлый раз, если вы помните, в этих кейсиках у нас были те самые какашечки. Давайте десятку бахнем. Угу, окей.
Ну, как всегда, мне в кейсах не очень-то везет. Парашютик. Мне повезло в рулетке сейчас, упал скар. И на этом все. Давайте двадцатку. Окей. Так, где я? Где у нас кейски? Вот они. Давайте еще десятку откроем. Да ладно! Ребят, смотрите, я выбил мифик, и я выбил котенка вот этот. Вот это топ. Вот это годно. Только говорю, что мне не повезет. И смотрите, здравствуйте. Так, ну, в эту честь можно и персонажа какого-то одеть. Так, 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 где у нас тут мастерская? Где у нас Сара? Просто посмотрите, ребят, как круто сидит вот этот костюмчик. Просто мифик. И у меня еще есть кейсики. Бомба. А где этот котенок? Ну-ка, стойте, давайте оденем котенка. Просто с одной десятки упал и мифик, и котенок. Ребят, я же говорю, шансы есть. Теперь, да, говорю. До этого говорю, что ничего не падает, ничего не упадет. И только бамц. И забирай котенка. Ля, у него хвост. Так, окей, пошли открывать дальше. У нас там еще есть кейсики. Давайте их добивать. Теперь уже хочется побольше фрагментов, потому что, ну, я коплю, как вы видите, да, у меня тут 5700 фрагментиков, поэтому хотелось бы побольше фрагментов. Так, где же эти кейсы-то? У меня столько кейсов, а, во. Так, давайте двадцатку, что ли, откроем. Бамц. Давай головной убор уже соберем полный сет. Так, еще десяточку давайте бахнем. Окей. И еще десяточку. В принципе, вообще, если честно, пофиг, потому что мы уже выбили оттуда мифик, ребят. И кучу купонов, кстати. Просто кучу купончиков, которые мы с вами тоже обменяем. А, где же они у нас тут? Или они... А, они уже сразу... Я понял. Сорян. Они уже сразу новые купончики. Ну что ж, ребят, вот такое вот годное событие. Серьезно, халява очень годная, поэтому рекомендую. Тем более, каждый из вас может забрать себе голову вот этого вот котенка, да, лисенка, кто он является у нас тут. После этого вы еще, если поучаствуете в этом событии, которое я вам показывал, сможете себе заполучить именно еще и кейсики вот эти, да, и оттуда забрать мифик, почему нет. Так, ребят, я тут понял, что я на радостях вам не показал возврат ЮЦ-шек. Просто мифик упал, и я обо всем уже забыл. Скар упал, все упало, что нужно было. Так, давайте зайдем сюда. Заходим сюда, возврат ЮЦ-шек. И вот, в принципе, как это выглядит. То есть вы накопили нужное количество киберочков, и вы забираете. Вот у меня 10 тысяч, то есть получается, за каждые вот киберочки вы получаете свои ЮЦ-шки обратно. Все очень просто. Вот, забираем. Забираем вот головной убор зеленый для ананасика. Забираем просто ЮЦ-шки. Вот они. Все возвращаются нам обратно. Вот эти 480, которые мы с вами потратили на костюмчик. Если вы будете выполнять все миссии и дойдете до 2000, да, вот этих киберочков. Если дойдете до 1200, к примеру, то тогда у вас будет, само собой, их меньше обратно. Все. Теперь точно все вам показал. Поэтому, в принципе, всем желаю удачи. На этом у нас видос заканчивается. Если он вам понравился, был интересным, обязательно поддержите его своим царским лайком. Также не забывайте подписываться, чтобы не пропускать самые полезные и интересные видосики. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Dream. Всем топ-1.